Добрый день, дорогие мои зрители и подписчики. Сегодня у меня были дела в городе. Ну, естественно, заехала на базар еще и в Новус магазин. На базаре подошла к той женщине, помните, я вам показывала орехи такие, черные, пустые, большие такие сверху. Сказала я ей, она, давай, знаете, ну, я чувствовала, что такое будет перекупщица, доказать такие хорошие, просто я придумала что-то, выбрала, но она ж продает орехи, видит, те же самые продавала орехи, она такие черные, раздушила один, вот, что вы выдумываете? Я говорю, я тут не первый раз покупаю орехи, покупала отлично, и цена вдвое меньше, чем у вас. Никому не подходила, не говорила, а у вас это... Самые худшие орехи на базаре. И главное, сегодня других не было, я у нее не брала. Мужчина один очень мелкий продавал орехи, так что не купила орехов. Но с удовольствием бы купила. Купила домашнее масло. Вот. Здесь 188 грамм. Мужчина взвесил при мне. И мои весы точно так же показали. 188 грамм по 180 гривен килограмм. Хорошее масло, я понюхала, пахнет так, как надо. Маслица купила я. Дальше больше на базаре ничего и не брала. Молока мне не надо было, творог предлагал мужчина, то я еще в тот раз покупала. Творог еще не съела, надо хоть печенье творожное сделать. Дальше. Халва. По 61 гривню на 12 гривен ванильная, муж любит. Так. Дальше купила помидоры. Цены тут нет, две помидорки выбрала. Такие не очень большие и не очень твердые, каменные. Что-то салат захотелось. Помидоры у нас такие разные цены есть, очень дорогие. Чуть дешевле, ну и это средняя цена была, две помидорки. Помидоры по 44 гривны, эти на 7,87 на салатик взяла. Дальше купила перчик, вот, минус 40. Написано, термин придатности товару завершается. Срок годности товара завершается. Это острый перец чили. Он так, знаете, он нормальный, все. По 192 гривни. Я бы его не брала. А здесь на 14 гривен половина цены на 7 гривен. Взяла перчик чили. Пригодится в хозяйстве за такую цену. К салату огурчики взяла. По 35 гривен на 15 гривен огурчиков пару. Пусть будут. Мужу понравились пряники такие. Они мягенькие, с начинкой. Какой-то джем внутри. 12 гривен. Такой пакетик. Хорошие яблочки. Печенье. На 10,66 по 70 гривен. Очень вкусное такое кунжутное. Это что у нас? Грейпфрут. Один на 11 гривен. Он под 32 гривны. Одну штуку взяли. Может, будет акция, дешевле будут. Это апельсины. Апельсины две штуки на 13 гривен, они по 29 гривен апельсины. Очень дешево, ничего нет. Цены растут. Сосиски детские по 144 на 30 гривен. Это муж любит. Корзинку положил. Ну, такие покупочки вроде бы. Водички минеральные еще. А еще хочу добавить за ту женщину. Нет, чтобы сказать, извините, но так получилось, попали такие орехи, то еще она доказывает, что я не права, никто ничего не говорит. Какая мне разница, кто говорит, не говорит. Если первый раз покупала орехи, а то я там такие отличные орехи покупала, это нет слов, просто вот такого. У меня силы мало в руках, могла вот такого раздавить орех. Крупный, хороший, а это... Ну, спорит, она права, видите ли. Так что такие покупочки.
такие дела. Спасибо, что посмотрели видео. Также, пока я делаю видео, то размораживается кусочек форели. Я покупала по 180 как-то еще, замороженная она у меня. Хорошая цена, по 180. Такой кусочек взяла я его на два филе, замариную немного и на сковороде гриль пожарю, картошечки сварю, салатика. И все, и вот такое будет, и такой обед, и такие покупочки. Так что, если понравилось видео, ставьте лайки, заходите на мой канал, подписывайтесь. И до новых встреч, и всего вам самого доброго!